родной и красивый, край родной на заре покидав. Покой витамины, силу солнца над морем, он оставил надолго небесу, но прощанье сказала оно. Да там документы, Шурочка. Осторожнее, осторожнее, здесь посуда. Мам, отойдите в сторонку, я прошу. Хорошо, Шурочка, хорошо. Возьмите. Аккуратнее. Мам, ну сколько вам можно повторять? Ну стойте, ну что вы вертите Шура. Здесь? Шура, успокойся, разве так можно? Молчи! Ой, Господи. Мама, ну зачем вы зонт-то открыли? Показалось. Ну дождя-то нет. Я прошу вас, идите на корабль. Вы поняли? Думаю, успеешь. Где Маруся? На борту. А отрез на пальто не взяла. Эй, чего? Анчутка, глаз прикрой. Да ладно. Маленькая вам, миленькая. Разве да не сердитесь, Маруся. Две минуты. Она так нервничает. Я не сержусь. Доброго пути. За что ж вы, девушка, на меня так обижаетесь? Я думала, вы на меня обижаетесь. Позвольте. Угу. Закончить погрузку. Погрузку закончить. Ну ладно, я возьму. Здесь хорошая длина выйдет. Ты за модой не гонись, тебе тепло требуется. Ну, если немного приталишь, будет хорошо. Спасибо. Я опоздал, я помогу. Давай. Ладно, Саша. Мне уже никто не Шура, поможет. Шура, перестань. Шура. Отстань, я сказала! Отстань! Шура, перестань, ну Саша, ты здесь... Мама, идите! Идите на корабль, я сказала! Прекрати истерику, Шура! Что? Саша. Да. Будь жив. Счастливо, Марина. Малочка, идите на корабль, я прошу вас. Ну вот и все, Сашенька. Все. Не надо, Шура. Как сон. Мы их разобьем. Мы их так разобьем. Веками будут помнить. Клянусь тебе. Клянусь. Шура, когда приедешь, напиши. Напиши. Не будьте дураками, ребята. Спасибо вам за концерт. Для летчиков-североморцев, извините, здесь нельзя снимать. Ой, извините. Вы все желанные гости у нас. Ждем вас после победы. Спасибо. До свидания. 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 Товарищи на трапе, осторожно. Спасибо. Вахтин, офицер, командир. Сошьешь, обязательно сфотографируйся. Фотографию мне пришли.
Вот так. Целовать меня нельзя, но Амиран Джибит сказал, что легкая форма. И детей мне можно будет иметь. Ничего, девушка, здоровая, поправлюсь. Красивая северная природа. Угу. Правда, и южная ничего в себе. Ты успел? Не замерз? Пойдем, Маша. Хоть сегодня мог бы прийти вовремя. А. Да, ты знаешь, я ведь для Маруси воротник купил. И забыл отдать. Воротник из Харька. А я знал этого Харька. Он был двоюродный брат Долдона. Как тебя зовут? Игорь Гаврилов. Угу. Игорь Гаврилов. Гвардии майор Кислов. Гвардии Игорь майор Гаврилов. Иванов. Но все равно надо. Сафарчик, держи. Что спасибо. Это твой? Мой. Как тебя зовут? Игорь Гаврилов. Гвардии майор Бойко. Гвардии старший лейтенант Матвеев. Еще держи. Скажи что-нибудь. Сейчас. Сейчас. Я не знаю. Ну скажи мне что-нибудь. Я не знаю. Не знаешь. Не знаю. Прости меня. По сведениям разведки, в пятом квадрате обнаружена подводная лодка противника. Видимо, она потеряла ход. Ее буксируют и охраняют боевые корабли.
Первым пойдет звено Белоброва. Обстановку оценить на месте и доложить. Вопросы есть? Остальным экипажам полная боевая готовность. У меня все, товарищ командующий. Минуту. Капитан Беспашко. Я. Выйти из строя. Есть. Вы были правы, ваши часы шли точно. Да-да, тогда вы были правы. Возьмите. Встаньте в строй. Есть. А теперь забрось свои звездочки. Может, вернуться к генеральским погонам? Скучаешь без братца кролик? От винта! От винта! Есть от винта! Штурман, в порядке? В порядке. Стрелок, в порядке? В порядке, в порядке. Тогда поезд отправляется. Третий звонок. Бам-бам-бам. Клумба, я МАК-4. Экипаж к выполнению боевого задания готов. Разрешите вырулить? Разрешаю.